este rincón donde tú y yo una y mil. Да, Сантьяго. Это я тебе говорю. Успокойся. Все устроится. Я сам узнаю, правда ли то, что ты здесь рассказываешь. Мне кажется, здесь какая-то ловушка. Поверь мне. Я не представляю, что Селеста, что эта девушка может заниматься такими вещами. Может вести себя как женщина легкого поведения. Нет, этого не может быть. Уверяю тебя. А как быть с тем, что я видел? Забыть? Прокручивать в голове кассету, которая бы мне говорила: «Нет, Сантьяго Аспуруа, ты ошибся. Тебя преследует видение. У тебя не в порядке с головой». Нет, Купертино. Как ты выражаешься, все так. Она просто... Просто... Пожалуйста. Пожалуйста, не говори ничего. Потом ты будешь раскаиваться. Я обязательно докажу. Все, что с вами произошло, это ловушка, это ложь. Поверь. Я ей передам. До свидания. Йоланда. Да, сеньор. Пусть меня никто не беспокоит. Хорошо. Меня нет ни для кого. Ясно. Ты свела меня с ума, Селеста. Отняла мой покой. Ты оставила меня в одиночестве. Не может быть. Ты не имеешь права. Не имеешь права, Селеста. Мы ее потеряли, Селеста. Потеряли нашу чудесную любовь. Как ты могла пасть так низко? Как? Ирания, я хочу побыть один. Пожалуйста. Нет, Сантьяго. Это самое худшее в таких случаях. Тебе нужно развеяться, отдохнуть, забыть обо всем, сделать решительный шаг. И забыть. Нужно уехать за границу. А я буду с тобой. В этом путешествии. Какое путешествие? О чем ты говоришь? По Европе. Поедем в Европу, чтобы все забыть. Este rincón donde